Автобус, охваченный огнем, временно парализовал движение на объездной дороге Тюмени. Общественный транспорт полыхал в районе Воронежских горок. Первыми тушить автобус начали сотрудники госавтоинспекции, которые проезжали мимо. Также, увидев пожар, остановился водитель КамАЗа, у которого оказались с собой шланг и цистерна с водой. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС. К тушению привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Автобус полностью выгорел. Спасатели сообщают, что пострадавших нет. Сейчас сотрудники выясняют, что стало причиной пожара.